Обмен опытом и всестороннее сотрудничество. Одесскую юридическую академию посетил директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Алексей Банюк. С 2013 года центр проводит эффективную работу по обеспечению бесплатной правовой помощи, делая ее доступной каждому жителю Украины. В первую очередь тем, кто в ней нуждается. Цель визита – укрепление сотрудничества с ведущим юридическим вузом страны, на базе которого уже больше 20 лет функционирует бесплатная юридическая клиника. Я думаю, что это одно из самых важных направлений в целом Министерства юстиции и вот Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи. Почему очень важно? Потому что, как раз сегодня приводил пример Алексей Петрович, 60% людей сегодня имеют право на бесплатную правовую помощь. Это не по уголовным делам, а по гражданским, административным и другим. Но вот мы 22 года назад создали бесплатную юридическую клинику. Вначале это было пробона, потом это юридическая консультация. Вот сегодня мы разрослись, и специальное подразделение, структура, которая работает многие годы уже и оказывает бесплатную правовую помощь всем гражданам, которые обращаются к нам за такой помощью. Знаете, это стало хорошей, доброй традицией, чтобы все аспиранты, молодые ученые по 20-30 часов отрабатывали в бесплатной юридической клинике. Зараз такий превалює підхід от в тих сервісах, які безпосередньо пов'язані з наданням правової допомоги, що постійно треба підвищувати кваліфікацію. Але суто розробка цих програм і проєктів для безоплатної правової допомоги, вона не може автономно відбуватися виключно практиками. Дуже важливо буде залучати представників юридичної науки. Безоплатна правова допомога в Україні з'явилася лише в 2013 році. Виходить, що одесити мали доступ до такого сервісу набагато раніше. Це вкрай важливо. Коли людина не може собі дозволити адвоката або юриста, ну, в першу чергу юриста, вона не може вирішити дуже часто такі, знаєте, як життєво чутливі питання. Для координационного центра углубление сотрудничества – это возможность привлекать к работе высококвалифицированные кадры в лице студентов и выпускников университета, возможность заручиться научным обеспечением самой сильной в Украине Одесской научной школы права. Еще одна цель сотрудничества, в которой заинтересованы обе стороны – это проведение совместных конференций, семинаров, тренингов. Сегодня мы собрались, да, у нас сегодня приехал керівник безоплатной тренинговой допомоги, это Банюк Олексій. Ось я можу сказати, що це керівник, який на протязі вже декількох років підіймає це безоплатну правову допомогу в державі. Ось і підняв його до достатнього рівня і ще продовжує це робити. Сергій Васильович запропонував підписати договір про співпрацю. Олексій Банюк погодився на те, що треба співпрацювати, треба розвивати безоплатну правову допомогу, треба розвивати досвід студентів, які навчаються, і щоб практики разом з студентами досягали, ну, скажімо так, високого рівня знань. В регіоні 30 офісів. Бесплатной правовой помощи. В них работают порядка 140 юристов, штатных юристов. Из них 90% – это выпускники юридической академии. Многие из них, участники юрак-академии, проходили и работали в вашей клинике и, несомненно, приобрели хороший потенциал, да, капитализировали свои знания и теперь реализуют их при работе с нашими гражданами. Директор координационного центра выразил желание о принятие на работу, на трудоустройство в координационные центры, отметил высокую подготовку и квалификацию студентов Национального университета Одесской юридической академии, потому что уже многие выпускники работают и показывают там хорошие результаты и знания в системе безоплатной правовой помощи. Сергей Кивалов и Алексей Банюк делились опытом в области оказания бесплатной правовой помощи в рамках всеукраинской научной конференции «Рекодификация гражданского законодательства и системы права в Украине в контексте евроинтеграционных процессов». На масштабный семинар съехали специалисты со всех уголков страны. Кодекс цивільний діє вже 15 років. За цей час уже набрався досвід і позитивні, якісь негативні моменти. Є проблеми, пов'язані з взаємодією цивільного і господарського кодексу. І от на конференції ми збираємося ці питання обговорити, що треба
изменить, что треба вдосконалити у цивільному кодексі. Директор координационного центра ответил на вопросы студентов, после чего вместе с президентом вуза Сергеем Киваловым отправился в юридическую клинику. Этот социальный проект уже не первый год является примером для подобных учреждений. Здесь всегда людно, но главное, есть кому помогать и консультировать. В юрклинику приезжают жители не только Одесского региона, но и из других областей. На базе клиники действует центр помощи переселенцам, рабочая группа по защите прав моряков. Также бесплатно консультируют нотариусы. В юридической клинике консультируют не только наши студенты. Мы сотрудничаем с частными исполнителями, с нотариусами. У нас есть кабинет медиации. Также совершенно недавно Национальный университет Одесская юридическая академия заключила меморандум с такой платформой, как «Закон онлайн». И сегодня наши студенты совершенно бесплатно имеют полный доступ к этому ресурсу, имеют возможность просматривать более 80 миллионов решений судов, смотреть фабулы, смотреть правовые выставки и так далее. То есть на самом деле это очень большая помощь нашим студентам. Конечно же, молодые ребята, во-первых, хорошо себя проявляют, получают сами знания и нас не оставляют в беде. За годы работы юрклиники квалифицированную юридическую помощь получили более 200 тысяч человек. В клинике работает одновременно 15 консультационных групп. В течение часа юрклиника может принять и проконсультировать 30 человек. Таких высоких показателей эффективности нет даже в престижных адвокатских или юридических фирмах. Координационный центр, он управляет по всей стране. И мы не пересекаемся никак, мы помогаем друг другу. Вот бесплатная юридическая клиника и координационный центр оказания бесплатной правовой помощи. Мы делимся опытом. Дивіться, юридично-клінічний рух в першу чергу – це практично орієнтована юридична освіта. Виходить, у юридичної академії була перевага на ринку юридичних вузів, тому що студенти, вони більш підготовленими виходять, якщо вони вчаться в юридичній клініці. Одеская юридическая академия и координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи продолжат сотрудничество. Социальные проекты должны получить развитие по всей стране. Виталий Хемий, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».